Пойдем в школу. Верните деньги, чушпаны. Я не чушпан. А кто тогда? Какой наш? Какой это? Сейчас пойдем кепку воровать. Так, ты иди отвлекай свои вентиляторы. А я пойду незаметненько достану кепочку. Так. Хорошо. Хорошо. Так, мне, пожалуйста, вот этот вентилятор. Нет, лучше зеленый. Нет. А вот смысл вентилятора, такого, знаете, черненького. И мы можем собрать пропеллер. Ну, считать можно. Ладно. Он связан. Ой, крутые расти сбежали. Ты чё, мне? Чё, братан? Ну, я пошёл. Это тебе кепка. Ладно, спасибо. Я просто крутым, как я. Пойдём, тоже должен. Пойдём, братан, завтра увидимся. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Чё слышишь, глаза пузыришь? Видишь, что ты мой новый братан теперь? Всё, теперь он будет с нами. Чё вытаращились? Ты чё, не смертный, что ли? Кабрик, я, кажется, знаю, кто мог убить твоего друга. Давайте, пацаны, слово дадим, что Ералаш его забыл. Слово-то, 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 сл